Чтобы скачать сборочку, переходим в мою группу ВК. Нажимаем «Написать сообщение». Переходим к диалогу с сообществом. Вводим команду «Сборка 1» и получаем ссылку на скачивание сборочки. Копируем ее и вставляем в свой браузер. И успешно скачиваем сборку. Всем приятного просмотра. После того, как вы все скачали, нажимаем по порядку на каждый файлик и запускаем StartBat. После того, как ваши батники прогрузились, мы заходим в адресную строку и пишем localhost, либо же просто добавляем сервер с названием с IP-шником localhost. И вот у нас заходит на сервер. Также нас встречает тут музыка, но мы ее выключим. После успешной авторизации или регистрации нас встречает вот такой вот прелестнейший хаб, где у нас встречает вот такая вот сборочка Mind Pirate. Эта сборочка называется Mind Pirate, как вы могли догадаться. У нас встречают такие голограммы и не только. Также мы можем посмотреть, сколько тут что бесплатно, так далее, тому подобное. Также тут мы можем получать бесплатный донат, так далее, тому подобное. Все это вы можете настроить. Также вы можете продать специальный портал под сервер чужого человека. Вот, человек может спокойно купить этот сервер за 3333 рубля. Хаб, конечно же, у нас очень прекрасный и красивый. Перейдем к самому серверу. Заходим в портал, и нас телепортирует на сам гриферский сервер. Нас встречает вот такой вот прелестнейший спаун. Давайте пропишем fly и будем летать и смотреть, что и как у нас тут есть. У нас встречают настройки. Мы можем телепортироваться к себе, личные сообщения, перевод денег, изменить цвет ника. Это у нас доступно с администрацией доната, так далее, тому подобное. Полные настройки чата, указать пол и сидеть, лежать. Вы также тут можете на этом сервере. Выбор режима. Вы можете переместиться в другую мини-игру, которую вы только захотите. Но это все нужно настраивать и подключать. Также вот весь донат на этом сервере, начиная от VIP, заканчивая владельцем сервера, который у нас стоит 300 рублей. Все донаты вы можете также изменить. Также зам вайдера у нас тут есть, который очень дорогой донат, доступ к регионам, информация и создатель. Это все очень и очень интересно. Также у нас встречают вот такие вот прикольные NPC-шки, которые они, в принципе, с нас ничего не делают. Также вот бесплатные iPhone и так далее, тому подобное, которые вы можете тоже абсолютно настроить. Турбокод, вы с ним не можете взаимодействовать, ну просто он тут стоит. Также у нас имеется донат-кейс, вы тоже можете его настроить. Скидки, вот доска объявлений, тоже неплохо сделана. Царь горы тоже успешно работает, если отключить Fly. При заходе игроков, 5 игроков на сервере, он будет работать. Также тут скидки. В общем, это весь полностью донат сервер. Встречает у нас вот такая, как она называется, типа церкви, где вы можете жениться и так далее и тому подобное. Давайте зайдем в сам меню сервера. У нас тут есть топы сервера, декоративные вещи, запрещенные вещи, свадьбы, рандомная телепортация, вертолеты, магазин, нано-броня, кланы и торговля. Также привилегии, консоль донатера, мини-игры и ванель администратора. Я себе, увы, ничего не повыдавал, поэтому я не могу этим пользоваться. Давайте посмотрим и перейдем дальше к спауну. Что у нас еще тут есть? Некоторые команды на этом сервере могут не работать, потому что этот сервер был слит очень-очень давно, но все про него забыли, а он сделан довольно-таки прикольно. Смотрим дальше, что у нас тут есть. У нас тут есть работы. Вы можете устроиться на работу грузчика и таскать вот такие вот грузы, по идее. Так, у вас нет груза. Давайте возьмем груз и попробуем перенести его сюда. Мы получаем за это 100 монеток. Я думаю, все это можно настроить более каким-нибудь интересным образом, чтобы оно просто не было вот прям на спауне. Окей. Также у нас встречает тут PvP-арена. Fly God Creative на PvP запрещен, карается баном и снятие с донат привилегии. В принципе, сервер довольно-таки неплохой, ссылочка находится в моей группе ВК, поэтому скачивайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На 50 лайков я сливаю следующую интересную сборочку сервера. Поэтому всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока, ребят.